Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Сила права». И по традиции моей гости сегодня является старший помощник прокурора Карачаево-Черкесии Елена Дармограева. Здравствуйте, Елена! Рада видеть вас. Елена, сегодня мы будем говорить об алиментах. Тема, конечно, очень насущная. И я хочу вас спросить, у кого из членов семьи и при каких обстоятельствах возникает обязанность по уплате алиментов? Статьей 38 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что забота о детях и их воспитание является не только правом, но одновременно и обязанностью родителей. А Семейный кодекс, в свою очередь, устанавливает, что каждый ребенок имеет право на заботу и получение содержания от своих родителей. Если же эта обязанность не выполняется, то с родителей в судебном порядке взыскиваются алименты. Как правило, размер алиментов, выплачиваемых ежемесячно, составляет на одного ребенка 1/4 часть заработка родителей, на двух детей 1/3 часть заработка и на трех и более детей половину заработка родителей. Суд также может уменьшить или увеличить размер этих долей с учетом заслуживающих внимания обстоятельств каждой стороны. В ряде случаев, например, когда у родителя непостоянный доход или если при этом существенно нарушаются законные интересы ребенка, суд может определить выплату алиментов в твердой денежной сумме. При этом должен быть сохранен максимально прежний уровень обеспеченности ребенка. Также хочу сказать, что законом установлена обязанность совершеннолетних трудоспособных детей содержать своих нетрудоспособных родителей. Алименты уплачиваются в твердой денежной сумме, которую определяет суд, также исходя из материального и семейного положения детей и родителей и иных обстоятельств. Суд может определить, что дети не должны платить алименты, но если он при рассмотрении дела установит, что родитель в свое время уклонялся от исполнения родительских обязанностей. Также не должны дети платить алименты своим родителям, которые были лишены родительских прав. А скажите, в каких случаях родителей лишают прав? Лишение родительских прав – это, конечно, крайняя мера, которая применяется, когда другими способами невозможно защитить права ребенка. Основаниями для лишения родительских прав является невыполнение ими своих родительских обязанностей, злоупотребление этими обязанностями, жестокое обращение с детьми. Алкоголизм и наркозависимость, либо совершение умышленного преступления против жизни и здоровья своих детей, также является основанием для лишения родительских прав. Эта процедура проводится в судебном порядке. С заявлением о лишении родительских прав может обратиться один из родителей, прокурор, органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, организации, которые защищают права ребенка, ну, допустим, школы-интернаты, детские дома. И также хочу обратить внимание, что с таким заявлением может обратиться и сам ребенок, если он достиг возраста 14 лет. Заявление рассматривается в суде с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки. И при рассмотрении дела суд также разрешает вопрос о взыскании алиментов, потому что лишение родительских прав не освобождает родителя от обязанности платить содержание своему ребенку. Елена, каждый из нас знает немало случаев, когда родители отказываются платить добровольно алименты. Что надо делать в таких случаях? Вот это же нарушение? Да, конечно. Это нарушение, за которое законом предусмотрены виды ответственности, как административная, так и уголовная. Административная ответственность наступает в случае неуплаты родителям средств на содержание несовершеннолетнего либо совершеннолетнего, но нетрудоспособного ребенка в нарушении условий решения суда в течение 2 и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Наказать могут обязательными работами на срок до 150 часов, административным арестом на срок от 10 до 15 суток или наложением штрафа в размере 20 тысяч рублей. Такие же меры ответственности наступают также и для совершеннолетних трудоспособных детей, которые не выполняют обязанности по содержанию нуждающихся в помощи родителей. С 10 января 2022 года были внесены изменения в законодательство, и суть их такова, что если ранее к ответственности привлекали, если полностью не погашен долг по алиментам,
то с учетом внесенных изменений ответственность наступает, если даже есть частичный долг по уплате алиментов. Уголовная ответственность наступает по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, и эта норма применима, если без уважительных причин и неоднократно не уплачиваются алименты на содержание, опять-таки, несовершеннолетних детей, либо взрослых трудоспособных детей и нетрудоспособных родителей. Неоднократность подразумевает, что в период неуплаты алиментов гражданин уже был привлечен к административной ответственности именно за такое деяние такого характера. Санкция статьи уголовного законодательства предусматривает исправительные или принудительные работы сроком до 1 года, административный арест на срок до 3 месяцев или лишение свободы на срок до 1 года. Если лицо полностью погасило долг по алиментам, то оно от ответственности освобождается. А вот если не своевременно уплачивать алименты, есть за это какое-то наказание? Да, за это тоже есть ответственность. Она предусмотрена статьей 115 Семейного кодекса Российской Федерации, которая говорит о том, что лицо, виновное в несвоевременной уплате алиментов, должно выплатить получателю алиментов неустойку. Угу. Ее размер составляет 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Также получатель алиментов может взыскать убытки, которые возникли в период неуплаты алиментов, но убытки именно в части, не покрытой неустойкой. Когда такие убытки могут возникнуть? Допустим, во время неуплаты алиментов для того, чтобы поддержать существование ребенка, человек вынужден продавать имущество по заниженной стоимости, либо брать кредиты. То есть стечение таких неблагоприятных обстоятельств дает право на возмещение убытков. А в какой срок нужно обращаться в суд при вот такой ситуации? Нормами семейного законодательства такие сроки не ограничены. То есть можно обратиться в любое время с момента наступления такого права, и суд присуждает алименты именно с момента обращения в суд, а за прошедший период можно взыскать алименты за 3 года, предшествующие подаче заявления в суд. Елена, скажите, пожалуйста, вот могут ли родители как-то договориться без обращения в суд об алиментах? Да, конечно. Родители могут договориться между собой и заключить соглашение, в котором установить порядок и размер уплаты алиментов. Но размер алиментов, который уплачивается по соглашению, не должны быть ниже размера, который устанавливается по решению суда. То есть, если на одного ребенка, не ниже 1/4 заработка родителей. Данное соглашение заключается в письменной форме и обязательно подлежит нотариальному удостоверению. И оно имеет силу исполнительного документа. Допустим, когда условия соглашения не выполняются добровольно, оно может быть предъявлено в службу судебных приставов, и тогда оно исполняется по аналогии так же, как и судебное решение. Данное соглашение может быть расторгнуто в любое время или изменено по взаимному согласию сторон, но односторонний отказ от исполнения соглашения не допускается. А когда прекращаются выплаты вот этих алиментных обязательств? Выплаты прекращаются. Если алименты уплачиваются по соглашению, то по истечении срока соглашения, либо при иных основаниях, которые предусмотрены соглашением. Если же по решению суда, то выплаты прекращаются по достижении ребенком 18 лет, либо если несовершеннолетний ребенок до 18 лет приобретает полную дееспособность, в таком случае тоже прекращаются, и прекращаются выплаты при усыновлении либо удочерении ребенка. Мне бы хотелось узнать, есть ли какие-то еще алиментные обязательства членов семьи? Да, такие обязательства тоже есть, и они установлены семейным кодексом. Допустим, трудоспособные совершеннолетние братья и сестры, если они располагают необходимыми средствами, должны платить своим несовершеннолетним братьям и сестрам, либо совершеннолетним, но нетрудоспособным братьям и сестрам при условии, что такого содержания им не могут дать родители. Также обязанности аналогичные установлены для бабушек и дедушек, если они располагают средствами и у них есть несовершеннолетние возможности. Все это оценочное понятие, судом в каждом случае устанавливается.
И если родители не могут платить своим детям, тогда бабушки и дедушки. И аналогичным образом взрослые внуки. Если у нуждающихся бабушки и дедушки нет родителей или супругов, которые должны оказывать им содержание по закону, то тогда совершеннолетние трудоспособные дети при наличии, опять-таки, у них средств обязаны выполнять эти обязательства. Ну, размер также определяется в твердой денежной сумме с учетом материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов. Ну что же, я благодарю вас за такую полезную информацию. Я думаю, что каждому человеку надо знать свои права и обязанности. Я желаю вам успехов в работе. Спасибо вам.